Здравствуйте, вы на канале «Шокирующие вести». Шокирующее нападение на Ольгу Бузову на концерте певицы в Дубае набросился разъяренный фанат, стали известны причины инцидента. Накануне в Дубае состоялся концерт известной певицы и телеведущей Ольги Бузовой, во время которой произошел скандальный инцидент. Сообщается, что во время выступления Ольги Бузовой на нее напал разъяренный фанат. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсети Instagram. Девушка шокирована происходящим. Как стало известно, мужчина набросился на Ольгу Бузову из-за того, что ему наскучило исполнение композиции певицы. Посетивший концерт мужчина решил отобрать у Ольги микрофон, однако в осуществлении задуманной ему помешала охрана. Именно из-за этого произошла подтасовка. Как ранее сообщал российский диалог, звездатели проекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова дала оценку произошедшему скандалу во время ее выступления на концерте в Дубае. Напомним, Ольгу Бузову раскритиковали за отфотошопленную грудь, которая была специально увеличена для обложки «Плейбоя». А на этом все, с вами был канал «Шокирующие вести», ставьте лайки, подписывайтесь и добра вам и позитива!